При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах Грамоты.ру, Академик.ру, Викисловарь. Сегодня мы с вами вспомним, что существительные бывают нарицательные и собственные. Нарицательные и существительные называют однородные предметы – девочка, кошка, город, река, газета. Имена собственные называют единичные предметы. К именам собственным относятся имена людей, клички животных, названия городов, рек, других географических объектов, названия газет, журналов, книг, кинофильмов. Как же пишутся имена собственные? Прежде всего, имена собственные пишутся с прописной буквы. Сергей Иванович Ожегов. Имя, отчество, фамилия человека. Уральские горы. Название географического объекта. Великая Отечественная война. Название исторического события. Роман Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Название романа пишется не только с прописной буквы, но и заключается в кавычки. В кавычки берутся также названия кинофильмов, газет, журналов, заводов, фабрик, ну и так далее. Посмотрите, броненосец Петропавловск. Название броненосца корабля пишется с прописной буквы и заключается в кавычки. В кавычки берутся и названия станции метро. Станция Санкт-Петербургского метрополитена Пушкинская с прописной буквы и в кавычках. Кавычки – это парный знак, поэтому не забывайте кавычки открывать и закрывать. Следующая наша тема – это правописание суффиксов существительных, которые обозначают название лиц по роду деятельности. Например, разведчик, пулеметчик, рассказчик, переписчик, перебежчик. Суффикс «чик» пишется перед согласными – «дт», «з», «с», «ж». Запомнить эти согласные поможет вот такая фраза «я тоже здесь». Видите, что все эти согласные как раз здесь и собраны. В остальных случаях, в существительных, обозначающих лиц по роду деятельности, пишется суффикс «щик» – «барабанщик», «каменщик», «стекольщик». Обратите внимание на то, что согласный перед суффиксом «щик» произносится мягко, но мягкий знак пишется только после «л».